Здравствуйте, дорогие друзья! Мы с вами снова Фикс Прайс. Вот такие вот тут новиночки. Стакан с трубочкой 450 миллилитров, голографический. Три варианта. Производит Китай. Материалы полипропилен, полистирол, бумага, ПВХ и силикон. Все значки. Нельзя в посудомойке. Максимальная температура 100 градусов, минимальная минус 10. Стаканчики, крышечки просто одеваются на них. Но будьте внимательны при покупке. Может быть вот такая ситуация. То есть сама эта бумажечка, вот она немножко замята. У нас все стаканчики, к сожалению, закрыты. Не смогу заглянуть, показать вам. Снова приехали бокалы под шампанское Паша Бахче, 160 миллилитров, 99 рублей. Большой нож тесак, 99 рублей. Топорик кухонный, 31 сантиметр. Длина лезвия 17,5 сантиметров, а ширина 5 сантиметров. Двусторонняя заточка. У меня есть ножик точно такой же, но только он бёрнеровский. Все-таки китайцы молодцы. И для бёрнера сделали, и себе украли. У меня он в наборе, там несколько ножей. Новые подносы, 99 рублей. Китчен, Китай, 47 на 30 сантиметров. Полипропилен. Ребята, вы не... И вот такая прелесть. Но запах от них, конечно, китайский. Так, значки есть, что для пищевых продуктов. Максимальная температура 120 градусов, минимальная минус 20. Разделочная доска от Китчен. 21 на 28 сантиметров, 77 рублей, полипропилен. Несколько расцветок. Такая еще суперская новинка. Раздвижной друшлаг для раковины. Минимально 24 сантиметра, максимально 38. Это также полипропилен, Китай. У нас в двух расцветках есть еще серенький. Вот я ее раздвинула на самый максимум. Ценника я не нашла, но, скорее всего, мне кажется, 99. Вряд ли 200. Кстати, вот к этим лопаточкам, кисточкам и венчикам появились еще и толкушки в цвет. Смотрите, какая еще прелесть. Складная воронка силиконовая. Материал силикон. Есть петелька для подвешивания. Цвета оранжевый, фиолетовый. Так, еще есть синенький. И тут же висят новые открывалки. В трех цветах. Так, полипропилен и сталь, обычная сталь, не нержавеющая. Так, ценников я не вижу, не скажу вам, сколько стоит. Снова приехали молоточки с обрезиненной ручкой, 199 рублей. Гвоздодер. Молоточки очень хорошие, они такие тяжеленькие, увесистые. Верится, что они проживут достаточно долго. Сушилка для белья натяжная 2,5 метра, 199 рублей. Идеальный выбор для небольших помещений. Полипропилен. Длина линии подвеса 7,5 метра. Крепления идут в комплекте.
будет 3 струны. Она, конечно, совсем маленькая. До нас наконец-то доехали крючки на дверь. 28 сантиметров, 55 рублей. Достаточно такой хороший крючок. Для сумок, для одежды, для головных уборов. Так, размеры крючка 3,5 сантиметра, высота 28. И у нас есть в двух цветах. Такой светленький и темно-коричневый, такой шоколадный цвет. И крючки для нас наконец-то тоже доехали, самоклеющиеся. Две штучки. Наверное, 50 рублей ценника нету. Инструкция, как приклеить. Я еще в этом случае обязательно обезжириваю жидкостью для снятия лака. И тогда они никуда не деваются. Полипропилен, полистирол, нержавеющая сталь. Есть красные и желтые. Как вы думаете, что это такое? А это аппарат для пены. 199 рублей. Новая игрушка. Купайтесь с веселыми пузырьками. Закрепите игрушку с помощью присосок. Налейте гель для душа и смешайте с водой в пропорции 3 к 7. Нажмите на кнопку и наслаждайтесь воздушной пеной. Работает от двух пальчиковых батареек. Они в комплект не входят. Полипропилен, ПВХ, железо, медь. У нас два варианта. Вот такая звездочка и вот такой вот осьминожка. Я приобрету сейчас звездочку. Новое мыло у нас. Вот такое земляничное туалетное мыло. Масса куска 180 грамм. Поближе состав, но вообще земляники я тут вообще не почувствовала. Пахнет просто мылом. Еще вот такое вот тоже мыло земляничное. Масса куска здесь 190 грамм. Вот тут вот немножко получше запах. Так, сейчас вам состав попытаюсь найти. Вот состав. И еще одно новое детское мыло, 200 грамм. Ценника я не нашла. Изготовитель — город Воронеж. Так, состав поближе. Новый крем, пудра для лица, тройной эффект. Пудровый, матирующий, увлажняющий. Вот гиалурол. Способ применения, меры предосторожности. Нежнейшее увлажнение с пудровым и матирующим эффектами. Пятьдесят миллилитров. Состав поближе. Ценника у нас нету. Здесь стоит ценник на гель-бальзам. Наверное, тоже 50 рублей. Еще одна новиночка в косметике. Это аквапилинг крем для ног 35 мл. Эффект за 7 дней. Устраняет утолщенную огрубевшую кожу, сухие мозоли и натоптыши. Заживляет трещины. Изготовитель — город Дмитров. Содержит 25% мочевины. Ну, в принципе, должен работать. Эффективно борется с огрубевшей кожей, способствует заживлению трещин, снимает раздражение. Препятствует образованию новых участков сухой огрубевшей кожи. Не содержит отдушек и красителей. Так, 55 рублей.
Смотрите, какие у нас классные новые контейнеры появились. Расцветочка только такая, у нас прям тут целая стопочка. Ну, естественно, 199 рублей. Коробка для хранения с принтом 35 на 22 на 16 сантиметров. И это полипропилен. Крышечка не фиксируется, просто накидывается. Так, значки. Никаких значков я не вижу. Для пищевых продуктов, значит, не подходит. Расцветка вообще шикарная. В канцелярии все не кончаются новинки. Вот такие вот точилки фигурные с контейнером. 77 рублей. По-моему, они гораздо лучше, чем вот эти зайчики. Эти зайчики совсем, конечно, порнография. Полистирол и железо. Есть еще такой вот оранжево-желтенький. Все, да, только две расцветочки. И напоследок вот эти вот светодиодные светильнички по 77 рублей у нас еще появились в розовом цвете. Они работают от трех мизинчиковых батареек. Также были черные, белые и были еще салатовые.